Итак, все слова сказаны. Александр Сидорин, третий человек в клетке. И вот-вот бой начнется. Сирена прозвучала. Ну, мы видим по стойке Александра. Очень жестко он заряжен. И Коваленко пропустил первый удар. И включил инстинкт зверя. Полетел вперед. Да, и сразу скажу, что это бой полный, по полным правилам ММА, с борьбой с ногами и с руками. Да, колени, локти, в общем, весь набор, который вы так любите. Регистрируйся на Винлайн и получи фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай ставку на своего фаворита бесплатно. Разворачивает Коваленко своего соперника. За счет физической мощи, я думаю, что Святослав, во-первых, выглядит... Да, зашел за спину и пытается перевести в партер. Да, но здесь здорово ногой отработал Зарубин. Не позволил он себя поднять. И сейчас контролирует ногу своего соперника. Да, это был удар коленом. Да, абсолютно легитимный, потому что третьей точки опоры не было. Неплохо контролирует спину Святослав Коваленко. И пока те самые каменные кулаки, о которых мы знаем, Александр не может пустить ход. Развернуться сейчас Зарубин. Хорошо держится Зарубин, так и не упал. Молодец, держится, хорошо защищается. Пытается его Коваленко свалить. И вот-вот-вот, вроде как, почти. Перевод партер. Будет пытаться сейчас, видимо, Коваленко забраться в фулл-маунт. Ух ты, жесткий захват. Нет. Оказался сверху Святослав. И добивание начинается. Это опасно, это очень опасно. Так называемый гранд-пейн находится. Локти, локти летят сверху. В хаф-маунте находится сейчас Коваленко. Попытка забросить. Да, попытался забрать рычаг руки сейчас Стоун, но нет, не получилось. Позиционная борьба пока что в партере, которая перемежается ударами в первую очередь от Святослава Коваленко. Но вот физическая мощь пока что решает в этом отрезке. Жесткий локоть от Коваленко. Первый раунд практически весь проходит в борьбе. Да, Коваленко... И, честно говоря, Коваленко, конечно, очень уверенно себя чувствует в этой дисциплине, контролирует, находится сверху и очень много бьет. Здорово сейчас развернулся Святослав. Мы видим, что понимание борьбы на очень хорошем уровне у этого парня. Не держим перчатки. Затылок не бей, мы слышим, говорит Александр Зарубин. Да, пока, пока полный контроль сверху у Святослава Коваленко. Без вариантов. Бесплатные трансляции топовых турниров, расширенная статистика и бонусы за ставки – все это доступно только в приложении Винлайн. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом БОКС и получи до 10 тысяч рублей на первую ставку. А еще ты можешь стать обладателем перчаток с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона. Наслаждайся игрой на Винлайн. Итак, смотрим. Ну вот как начинался этот бой. Очень жестко пробил Зарубин. Ну и полетел вперед следом Святослав Коваленко. И вот в итоге забрал он спину сначала в стойке. Жесткое колено. Там далее будет несколько жестких локтей уже в партере. Но мне кажется, что этот раунд за Святославом. Контроль осуществлял именно он. В большей части раунда несколько жестких попаданий от него. И мне кажется, что Александру в борьбе тяжеловато будет, да, приходиться, пошло не... ему нужно избегать. Что-то пошло не так, вот такое ощущение, что немного он не готов к такому партеру, к такой вот такой близкой дистанции. И здесь, наверное, все-таки нужно посоветовать ему больше проводить время в стойке. Да, но мы понимаем, что после такой жесткой борьбы в первом раунде немного подзалился, видимо, Зарубин. Очень, очень плотный. Так называемый тип
удар, фронт-кик. Ой, как красиво. Попытка через себя, да, бросить, но не получилось. Накрылся в итоге Александр, и снова Святослав Коваленко сверху находится. Ну, мощно, мощно Коваленко не выглядит. Сверху очень уверенно, очень мощно. Посмотрите на его мышечную массу, да, на его спину. Сухой такой, в хорошем смысле слова, Коваленко. Видно, что в хорошей форме спортивной находится. Надо сказать, что очень серьезная поддержка у каждого из бойцов здесь. Зарубину секундирует известный боксер-профессионал Василий Войцеховский. Да, хороший угол. Да, и у Коваленко тоже есть чем похвастать. Здесь Искандар Зияев, известный боец из мира поп ММА. Не может зафиксировать Александр своего соперника, заблокировать, постоянно пропускает удары и немножечко так, так сказать, безнадежно находится внизу, не понимая, что же дальше делать. Посмотрите. Пропускает и пропускает. Очень мощно Святослав проводит второй раунд. Да, но мы видим, что критическим здесь является преимущество именно физической мощи со стороны Святослава Коваленко. И там, где техникой мог бы взять Зарубин, но просто его за счет физики... Просто сминает, знаете, ну, как да. Каток. Вот сминает и все, ничего не дает, полностью блокирует. И видно, что превосходит его по физическим кондициям, по силовым. Пытается забрать сейчас спину и постучать. Да. Просунул ногу Коваленко и растянул таким образом своего соперника, проведя удушающий прием. Ну вот так все закончилось во втором раунде. Надо сказать, что к этому, пожалуй, шло, потому что мы видели, что тяжело по-настоящему приходится Зарубину. Борьба – это абсолютно другая история. Это другая нагрузка, другое дыхание. Это другая дисциплина, другие навыки, да. Ну, честно сказать, практически без сопротивления прошел второй раунд. Ну и, конечно, большая часть первого. Давайте скажем прямо. Время остановки боя – минуты 51 секунда второго раунда. Удушающим приемом победу одержал Сатана!